Всем здорово, теневые бойцы, с вами Барсук, и как мы видим, запустили еще один очередной новый ивент, ура! Блин, что-то разработчики зачастили запуском новых ивентов, и это, конечно же, хорошо, это не может не радовать, как я люблю говорить. Так, смотрите, здесь у нас королева Мойра, кстати, ивент, да, за легион, но я думаю, уже многие в курсе об этом, что я вам буду говорить. Так, легион на краю пропасти, внезапная атака северян перевернула легион вверх дном, помоги скауту спасти его родной город и приоткрой завесу времени. Так, посмотреть позже, так, давайте, блин, вот эти, сейчас будем, короче, смотреть вот эти все механики, условия боя какие, какого типа сам будет ивент. По типу выживания, как предыдущий, который перед Адзумой был ивент, короче. Ну, по типу выживания, либо будет как обычный ивент, то есть просто, да, как стандартные ивенты. Вот, какие здесь награды будут. Короче, блин, все это, конечно же, интересно. Сейчас мы это с вами будем все смотреть. Давайте для начала посмотрим. Да, кстати, здесь можно будет собрать полный сет. Я думаю, у многих этого сета нету. Как он там называется сейчас, давайте. Забыл название. Вот, да, сет милитариста, точно, я вспомнил, да. Сет милитариста здесь можно будет полный собрать. Я думаю, у многих он не полностью собран, особенно легендарные молоты, я думаю, не у каждого есть. Поэтому это тоже плюс. Так что многие как раз, да, собирают полностью этот сет. Блин, одни эмоции. Всегда, когда что-то новое в игре, в шарике, да, всегда это, ну, это очень интересно, вот. Ну, плюс для меня это еще контент, но не, но в первую очередь это для меня, конечно же, все интересно. И я буду с большой радостью, да, с большим удовольствием проходить этот ивент, играть в этот ивент. Так, смотрите, да, здесь видите новые шмотки у меня этого ивента. Да, смотрите, все шмотки, причем они так нехило прокачаются. Так, давайте здесь в марафоне посмотрим. Ивент называется Колесо Истории, да. Совершай покупки, это понятно, за каждые 5 потраченных жетонов. Одно очко за каждые 5 потраченных жетонов, от 1 до 8 очков за победу в бою, события обычный режим, от 7 до 50. 6 очков за победу в бою с престижный, за выполнение ежедневного задания 50 очков и 200 очков за выполнение задания события. По наградам, смотрите, здесь, да, здесь скин, уже видите, здесь, кстати, разработчики уже количество очков в марафоне, да, ивентовском уменьшили, то есть, если с ивентом судьями, в ивенте судьями там было 6500, то здесь мы видим, что здесь 4500, да, блин, классно, классно, все, 650 нужно набить очей, чтобы забрать билет в этом марафоне. Так, 10 ключей, вот это вот что у нас, о, а вот это тоже интересно. Подождите, здесь тоже будет как в большой семье каждый день обновляться правила боя, да, или нет? Ну, сейчас мы туда зайдем, посмотрим все эти механики, что вообще представляет из себя этот ивент, каковы там правила, да, 15 эпических. И здесь, как мы видим, один этап в марафоне, видите, один этап, то есть здесь нет второго этапа. Ну да, понятное дело, что 4500 очков, куда еще второй этап, понятно. Ладно, давайте, давайте посмотрим, пойдем в ивент сейчас. Ну, сейчас пока не буду переодеваться, давайте зайдем сюда. Точнее, сейчас не пойдем в ивент, просто посмотрим, что представляют из себя. Блин, а я текст пропустил. Народ, сорян, сорян, реально, извиняюсь. Чисто все на эмоциях, знаете, на эмоциях. Давайте дочитаю, что здесь. Главное, нужно срочно освободить королеву. Эти чокнутые схватили ее и собираются. Да, они, короче, схватили королеву. Принести в жертву, и мы должны этому помешать. Да, нужно помочь, как я понимаю, королеве и Оланде. На обычке стоит 8700 участие и 1 билет, да. От 5 до 45 участвовать. Давайте. Ага, здесь смотрите, умелый боец. Ядовитое касание. Ядовитое касание, да. Подождите, ядовитое касание. Так, по награде. Там здесь тоже видите, здесь блин, я не понимаю реально сейчас, пока что я ничего не понимаю. Опять же, здесь бустер паки как в ивенте с большой семьей, да, тоже там бустер паки были с разными типами наградами, видите. И сейчас зайдем еще в бустер паки, да, точно, и посмотрим. Здесь, кстати, красители могут выпасть, да, видите, это красители, кстати, вот 4 красителя, либо 500 рубинских, 500 теневухи, 750 жетонов, что неплохо. Ну, это так, это наглядно, видите, на самом деле здесь еще какие-то могут награды выпасть. Там какие-то шмотки, то есть, ну, это чисто так, ну, для примера здесь вот, чтобы понимать примерно, что может выпасть. А ну-ка, давайте зайдем, мы зайдем в бустер-паки. Давайте зайдем в бустер-паки и посмотрим, что по бустер-пакам вообще. Ага, здесь стоимость бустеров стандартная, да? То есть, здесь не как в большой семье, там, ну да, типа, 250 и 750, 750, народ, дешево. Премиальный бустер стоит 750, угу. Не как в обычных ивентах 1200, да, а здесь 750. И здесь давайте посмотрим. Да, здесь смотрите, ключи, теневуха, красители. А, здесь шмотки не выпадают, да, то есть только такое вот. Я-то думал, что ладно. Так, а ну-ка давайте в премиальный зайдем.
Да, здесь то же самое отображается по наградам, что и в стандартном. Ну, понятно, короче. Такие награды мне больше нравятся, чем, ну, скажу честно, чем в обычных стандартных ивентах, да, как бы там такое шмотки, ну, и то там фигня, короче. Вот такие награды вообще пушечка. То есть будет шанс еще выбить какое-то количество рубинов, да, и все остальное, там, нормальное количество ключей, там, ну, жетончиков. Хорошо, смотрите, да, кстати, как отображается здесь. Вот я немножечко не понимаю, смотрите, вот здесь у меня указано ядовитое касание. Это получается... Пока что против первого противника, да, ну, при бою с первым противником, это ядовитое касание, потом, когда второй противник будет здесь другой, или это ядовитое касание со всеми противниками здесь. Я не понимаю просто, пока что это я немножечко не понял. Так, ладно, умелый боец. Давайте, короче, я сейчас переодеваюсь. Давайте, я уже жду... Блин, а локация, смотрите, я уже вижу, локация будет классная. Сорян, народ, вы можете, в принципе, перемотать мою болтовню в начале, это, в принципе, это несложно, да, там... Один раз нажать просто на перемоточку, там, ну, куда вам нужно. Вот, это несложно. Ну, чисто хотел на эмоциях все вот вам рассказать, да, показать. Ладно, давайте, народ, я сейчас переодеваюсь, но эти моментики я вырежу. Ну что ж, народ, вот так вот я переоделся. Шлем скалопендры ASL 12. Потом, ну, против первого противничка. И как вы знаете, да, на обычных режимах в вентах я играю разным оружием. На престижках и альда катаны. И для тех, кто не в курсе, играю я на ПК, на эмуляторе и на геймпаде. Так, смотрите, вот, по перкам у меня все абсолютно то же самое. Служение тени, испарение. Здесь у меня отражение, крит масса, потом исцеление и камы. Пока что против первого противничка я взял камы. Ну, спецприем я напялил, короче, натиск. Так, здесь бомбочка и точность. Ну что ж, давайте, предлагаю не задерживаться и идти в ивент. Блин, интересно, музычка там тоже будет новая. Вот мне это интересно. И мне интересно, как локейшн будет выглядеть. Погнали в ивент, погнали. Сейчас будем смотреть, как это все дело будет выглядеть. Как будут выглядеть противники, то есть, как будет выглядеть локейшн. О, музычка, слышите? Да, музычка здесь новая. И хочу вам сказать, что сейчас такая странная музычка. Пока что у меня странное ощущение. Блин, офигенно, офигенно. И да, безумный северянин. Да, здесь северяне, короче, захватили эту королеву Иоланду или что они там сделали. Классная локация, просто. Так, хорошо. Так, от бомбочки сдыхаю же. Мне музычка как раз для этой локации подходит. Офигенно, офигенно. Блин, классный ивент, реально. Молодцы разработчики. Просто респектище, просто респектище. Зачастили, да, они запуском новых ивентов. Потому что реально уже старые ивенты, сколько ж можно запускать. Реально. Так, давайте. Хорошо. Иди сюда. Критом сейчас бросаем, критом. Потом критом. Так, давайте теневуху применяем. Так, отлично, отлично. Блин, классно. Ну да, видите, здесь два режима, получается, обычка и престиж. То есть на обычном здесь никаких правил нет, условия боя, да. На престижке как там, будет раз в день меняться этот условие боя, либо там, там сколько, 8 противников, да, в этом ивенте. Либо с каждым противником будет и меняться сразу условия боя. Посмотрим, короче, посмотрим. Давайте мы меняем оружие, давайте я возьму, наверное, о, давайте возьмем хелицерские, да. Спецприем здесь истязание, ну пока только один спецприем на хелицере. Разработчики пока еще один спецприем не придумали, да, для этого оружия. Так, давайте идем, блин, не втерпешь, просто не терпешь. 80 жетонов я получу сейчас. Воин ночи, о, воин ночи. Интересно, он будет так выглядеть, как я думаю? То есть, когда я покупал боевой пропуск, там был тоже воин ночи, а ну-ка. У него там был меч паладин или как там? Да, ну то есть полный сет, да. Офигенно. Покорный часовой, хорошо. Так. Офигенно, просто. Играю и одно удовольствие, реально. Так. Хорошо. Отлично. Ну, пока что идет все гладко. Офигенная локация. Музычка, локация. Противнички. Да, все в этом ивенте шикарно. Да, хоть ивент за Легион, да. Хоть там и скины за Легион, да, тоже. Но... Опять же, интерес от этого у меня к этому ивенту никакой, ну, не пропадает вообще. Так, отлично. И давайте верхним. Хорошо.
Но сразу скажу, народ, у меня есть рубины, да, я мог бы даже... Хотя, а сколько же там участие стоит на билет, точнее, чтобы на престижном участвовать? А ну-ка, давайте посмотрим. Стоимость билета. То есть я говорю, что я не буду забирать этот скин, который здесь. Кто вы такие, королева Иоланда говорит. Моя королева, мы не позволим этим культистам и пальцем вас тронуть. Откуда взялась эта огненная дыра? Вы видели, как она появилась? Рейнхард, отреченный предатель. Он использовал силу света, чтобы сдвинуть колесо времени и в обратную сторону. Он разбудил древнее зло. Он хочет возродить древний закон смерти. Ему следовал старый легион. Но мы не будем так жить. Времена изменились. Остановите Рейнхарда. Остановите. Сейчас Рейнхард будет, да? Умелый боец. Угу. Ну посмотрим, что сейчас за противник будет. Либо Рейнхард здесь может быть, кстати, боссом, самым последним. Хм. Интересно. Раз она так про Рейнхарда говорит, возможно, он здесь будет боссом, да? Давайте мы меняем оружие. На какое? Давайте возьмем кусаригамскую. Кусаригаму, кровавый жнец. Поехали. Да, что я говорил насчет скина. Что я не буду... Давайте стоимость посмотрим билетов. Что по билетам вообще? 300 рубинов стоит. Да. Понятно. Но смотрите, опять же, здесь еще дают за что-то награды. За выполнение ежедневного... то есть там, где ключи, получается... То есть, когда ты забираешь ключи, да, плюс тебе 50 очков еще сыпи, да, то есть, когда ты выполнил задание. За выполнение задания события. Там, короче, от события, все, я понял. Здесь будет еще задание от события, да, вот. Да, победив, то есть, побеждаешь босса, ты получаешь плюс еще 200 очков. И плюс 50 очков ты получаешь чисто за обычное выполненное задание. Все, я понял. Ладно, давайте, идемте в ивент, хорошо. Классный ивент. Пока что, вот, кстати, да, хоть и ивент за Легион, но, блин, чисто вот из новых ивентов, на первом месте у меня ивент с судьями в топах, да. На втором месте у меня идет ивент вот этот вот уже. Так, ага. Оруженосит Рейнхарда. Так, хорошо. Отлично. Так. Что ж ты не открылась? Я думал сейчас красиво ее так перетонуть. Оруженосец Рейнхарда. Угу. А Рейнхард у нас в сете, короче, отреченного, да? С задержкой она умерла. Рейнхард у нас в сете отреченного. Я точно знаю, как выглядит Рейнхард. Потому что, когда я покупал теневой пропуск, собственно, там Рейнхард был этот. Вот. И он был в сете отреченного. Со спецспособностью этот... У него спецспособность была, этот, спецспособность. Способность бессмертия, да? Так. Хорошо. И давайте критическим, тяжелым мы ее добиваем. Отлично. Мадам мы добили. Не, локейшн, я буду повторять это, блин, во время прохождения сейчас, да? Что здесь музычка, локейшн просто топ. Играть в этот ивент просто одно удовольствие. То есть, то, что я вижу, да, вот этот визуал, да, вот эти вот эффектики всякие. Мне это нравится. Так, давайте здесь, смотрите. Кстати, народ, сейчас мы с вами и проверим. Вот я сейчас выполнил задание. Прибавится ли мне в ивентовском марафоне плюс 50 очков? А ну-ка, давайте посмотрим. Так, забрал я ключи. И смотрим, что у меня по марафону. Да, видите. То есть плюс 50 очков мне насыпало. 100 тенюшечки я здесь забираю. Да, вообще изи. Я думаю, что здесь даже не напрягаясь, можно будет забрать вот этот вот скин. Так, ладно, народ, меняем мы оружие. Кстати, да, я сразу, короче, тупо сходу сразу, я ждал этот ивент. Сразу после окончания ивента «Безумие на рынке» я начал запись этого ивента. Видите, 6 дней, 23 часа. То есть вот я сразу, моментально там докачал какое-то количество мегабайтов. Там то ли 6, то ли 9. Там немного, короче. И начал запись обычки вот этого нового ивента. Вот, это насколько я сильно ждал этот новый ивент. Давайте меняем оружие. Давайте возьмем, почему бы нет. Давайте я возьму глифу эпическую. Спецприем, я хочу, чтобы стоял флагшток. Все, погнали. Так, поехали в бой. Понятно, фан, понятно, я взял эпическое оружие. Блин, играешь просто одни эмоции. Эмоушен, да? И кто же у нас сейчас? Как будет сейчас противничек выглядеть? А ну-ка, давайте посмотрим. Да, вот, у нас сыры... В смысле, он уже... Он, получается, это мини-босс, да, сыры? А здесь два будет или сколько? И у него здесь по-любому будет способность это действовать, бессмертие, да? По-любому, 100%. Но сейчас мы это проверим. Так. Хорошо. Отлично. Сейчас он войдет, короче, в бессмертие, да, и будет... И будет сейчас меня теневуха. У него как раз теневуха. Так. Ага, я тебя понял. Ай, блин, не успел подпрыгнуть. Ладно.
Ну, в любом случае, он бы не успел сделать и убить меня, потому что его бессмертие длится всего лишь 10 секунд. Смотрите, здесь у нас уже четвертый противник, это сэр Рейнхард, да? Вот. Значит, последний босс будет еще жестче, чем это, да? Последний босс будет опять сэр Рейнхард, только уже помощнее, да, этого, посильнее. Так. Так, иди сюда. Отлично. Так. Давайте. Ага, я тебя понял. Ну все, тебе хана. Так. Хорош, хорош. Подождите, так это не босс. Здесь два раунда, да? Не три даже. Это даже не босс. Тогда кто это? Это просто обычный противник, да, очередной, как бы, как и остальные. Значит, босс у нас будет... Здесь босс, значит, один, да? Самый последний. Странно. Королева Мейланда. Рейнхард успел воззвать к хранителям Старого Легиона. Против нас сами бессмертные. И, конечно, древние герои тоже ответят на его зов. Они явятся прямиком из прошлого из Огненных Врат. Приготовьтесь, чтобы не провалиться. Эти люди, я раньше видел только их статуи. Вот почему горожане говорили о призраках. Бессмертный Урсус, он разгневан. Он покарает весь Легион. Не пощадит ни одну живую душу. Да хранит нас сила света, надежды нет. Говорит нам Иоланда. Так, живая легенда. Смотрите, что-то здесь какое-то условие боя там я увидел. Живая легенда. В смысле живая легенда? Сейчас мы это посмотрим. Сейчас мы это будем все смотреть. Так, давайте берем следующее оружие. Какое бы мне взять оружие? Давайте возьмем тенерез. Тенерез возьмем и спецприем. Я, конечно же, возьму приливчик. Никакие там не обходы, не комарные укусы, а именно прилив. Ну что ж, поехали. Че там? Живая легенда. А, давайте почитаем. Пока противник не получает урон, он заряжает щит. Этот щит поглощает урон от одного удара и отбрасывает вас. А, здесь будет, да, точно, это ж сет Маркуса, который недавно вот сет добавили, живая легенда, точно ж. У него же эта способность. О, а вот это будет, я чувствую, это будет немножечко жестко. Это будет жестковато немного. Живая легенда, то есть. Разработчики, а, ну все, я понял. Тибериус непобедимый, о, Тибериус. Эти все, большинство противников, кстати, здесь были с этого, в боевом пропуске. Вот. Так. Хорошо. Так, у него сейчас щит, да, действует? И что мне делать? Так. То есть его в любом случае нужно атаковать, когда у него щит, чтобы он у него исчез, да, этот щит? Так. Так, я тебя понял. Так, блин, опять у него этот щит горит. Давайте теневуху используем. Да, видите, жестко, жестко. Хорошо. Ну, благодаря вот этой вот своей способности, да, немножечко здесь жестковато у этого противничка. Эта способность срабатывает. Вот эти вот отбрасывания, да? Ну ладно, давайте. Теневуху я истратил, чтобы он, кстати, свою теневуху не заюзал. Мало ли, что он там мог сделать. Вот. Поэтому сейчас мы оба будем драться без теневухи. Ага, ну как понятно. Сразу на первом раунде. Так, иди сюда. Хорошо. Это не хорошо, это все плохо, конечно же. Так, я тебя понял. Хорошо, Тибериус непобедимый. Интересно, насколько ты непобедимый? Хорош. Ну, сейчас ему хана. Так. И давайте задним его добиваем. Ну, Тибериус, по крайней мере, он пока что сложнее противников, которые были до него, с которыми я дрался до него. Пока что Тибериус такой себе, нормальный такой, да. Хорошо, давайте меняем оружие. Огненный культ. После Тибериуса, кстати, идут уже какие-то противники с какими-то способностями. Смотрите, там уже какой-то огненный культ. Интересно, а ну-ка давайте будем сейчас на все эти механики смотреть.
Ну что, давайте теневой секатор возьмем, почему бы нет. Я, пожалуй, пропеллер сниму и повешу интерференшн вместо пропеллера, потому что пропеллер в ивентах такой себе, знаете, урона вообще ни о чем. Вот, у этого спецприема. Так, и огненный культ. А ну-ка, давайте почитаем. Ваш противник может войти в контролируемую ярость, чтобы наносить больше урона. А, то есть он может, когда захочет, да, в эту контролируемую ярость входить, да? И тем же самым, когда он будет в нее входить, он будет наносить больше урона. Награда там, кстати, 50 рубинов. А ну-ка, интересно. Давайте. Интересно, но, опять же, в то же время это может быть и жестко. Интерес интересом, а, ну, как бы, жестко. Ладно, давайте. Тысячелетний волк. Смотрите на его лицо, блин. Нифига себе. Выглядит он, конечно, кто нарушил мой сон, говорит он. Так. Хорошо. Отлично. Так. Хорош. Отлично. Так, ну пока я не вижу, чтобы он входил в свою эту ярость. Во, видели? Я успел его ударить, когда он вошел в эту свою... Это получается как у этого. Сян Цзы, да, он тоже когда входит... Да, точно. Ну, правда, у Сян Цзы тогда урон не увеличился. Он просто входил в эту ярость, получается. Да, тоже загорался так. Но он просто был непробиваем, это Сян Цзы, он тупо как танк. А здесь у него еще... Опа-на! А сколько же у него эта ярость? Сколько? Нифига себе! Офигеть! И сколько у него эта ярость будет длиться? Мне интересно. Что-то я не понял. Так. Ага, все, я понял. То есть, если он меня ударит, у него урон повышен, да? Интересно, с какой же он мне урон нанесет? Интересно. О, бомбочка сработала. Не, ну классно, согласен. Давайте теневуха его добьем. Разработчики, добавьте нам такой, нифига себе. Добавьте нам такой ски, этот, сет, блин, с такой способностью, офигеть. Ну вы представляете, если бы у нас был такой сет, мы бы входили в эту ярость, и у нас был бы повышенный урон, сколько мы захотим. Ну то есть, нет какого-то там, как у сэра Рейнхарда, да, там в отреченном, только 10 секунд, да, повышенный урон. И то во время бессмертия. Здесь же, когда ты захочешь, входишь в этот эффект, короче, в эффект ярости, да, и у тебя повышен... Блин, разработчики, давайте, мы ждем. Добавляйте нам эту, блин, сет со способностью такой. Мастер теней. О, я уже знаю, кто здесь будет. Противник постоянно... Здесь будет либо Акада... Вот у меня чуйка. Либо тот же фельдшер, да, с ивента, короче, безумие на рынке. Вот какой-то противник, один из двух, который я назвал. Интересно, мастер теней, да? Хотя, не, мастер, это ж... Не, это мастер, это Акада. Это Акада сейчас будет, да. И у него по-любому вот эта способность будет, короче, когда бот будет теневой выскакивать, да. Потому что фельдшер не может быть мастером теней. Вот, а Акада, да. Поэтому, да, сейчас будет по-любому Акада. Давайте мы меняем оружие. Давайте Сай возьму с остальным, с двойным лезвием, точнее, спецприем на Саях. Так, вот у нас Когти Ночи, надеваем Сай, да. И спецприем, да, двойное лезвие, потому что здесь у него... Тем более, это предпоследний противник. Фиг знает, что от него ожидать, какой он урон будет наносить. Поехали, народ, в бой. Мастер теней. По-любому Акада, у меня чуйка прям, что это будет Акада. И плюс у него еще будет эта способность, блин, бот. Хотя я могу ошибаться, хотя Акада же, что он не постоянно в теневой форме находился, да? Ну давайте, интересно. Интрижка, интрижка, давайте посмотрим. Мастер. А, гнев Кагуна, ого. Так. Гнев Кагуна, да? Так. Так, хорошо. Отлично. Так, я тебя понял. Ну, это уже посложнее. Так, отлично. Ай, блин. Успел, народ, успел. Ну, этот противник сложный, да. Хорошо, что я взял Сай, видите? Сложный противник. Сложность его заключается в том, что он постоянно в теневухе, видите, находится. Так, ну, смотрите, давайте еще раз попробуем. Так, всегда, кстати, подходите в начале раунда сразу вперед. Так. Ай ты, блин. Ладно. Так, отлично. Давайте, теневуха его добиваем. Так, хорошо. Отлично. Чего, блядь? Так. Хорош, я успел увернуться.
То есть он еще как сержант, да, аж на первой самой главе, или какая там глава. Он, короче, входит в эту непрерывность, или как это способность назвать. То есть мало того, что он в теневухе, да, все раунды находится в теневой форме, так у него еще как и у Сержа, короче, вот эта вот непрерывность, блин, офигеть просто. Он тупо танкует, да, ему все равно. Да, ивент, конечно, вот уже начиная вот после четвертого, после сэра Рейнхеда, по-моему, или после кого, начиная уже с него, противники начинают сложные быть. Здесь у нас просто, уже видите, последний противник, здесь у нас просто умелый боец, никаких условий нет. Интересно, это будет босс какой-то, либо просто, ну, видите, способность там никакая не указана, то есть, ну, либо условия боя. Ну, не знаю, это босс может быть обычный, да, какой-то. Либо просто какой-то очередной противник, да, но просто он будет сложный, да, как бы, ну, плюс у него урон будет повышен. Давайте сейчас будем это все дело смотреть. Так, хорошо, поехали в бой. А ну-ка, посмотрим. Да, ну, предпоследний противник, хочу сказать, блин, очень сложный. Но имейте в виду, всегда вот я уже, да, третий. Бессмертный Урсус. Да, вот у него сет милитариста, видите, прям со скином, короче. У этого бессмертного Урсуса. Так. Хорошо. И у него вон теневуха копится, нифига себе. Отлично. Так. Или что-то у него, смотрите, у него сверху какая-то фигня накопилась. Видите, там где теневая шкала. И она желтым горит. Так, и она желтым горит, у него эта теневая шкала. В смысле? А что это было? А что он сделал? Так. А, он становится... А, он атакует... У него, короче, вот эти вот... короче, когда он входит в этот эффект... Короче, какие-то фигни светлые, короче, появляются. И если я под них попадаю, то они мне какой-то урон наносят. Все, я понял. Да, тоже офигенная способность, кстати. Бессмертный Урсус. А звучит-то как, а? Бессмертный Урсус. Так. Блин, опять сейчас у него эта фигня наберется, он войдет в этот эффект. И все. И опять он начнет. О, пол хп сняло. Пол хп у меня вот эта одна фигня, короче, сняла. Смотрите, видели? Блин. Жестко, жестко. Офигеть. Так. Блин, вот это босс, он реально очень жесткий. Все, хана, да. Я бы мог, конечно, сейчас теневуху заюзать, но я хотел сначала спецприем сделать, а потом после него теневуху заюзать. Но, блин, он, видите, непрерывность в своей задней мать. Какой же жесткий босс, народ, реально жесткий. Его вот эта способность именно жесткая, она сносит просто минус пол хп. Если, короче, она по тебе попадает. Офигеть просто. Так. Так, давайте. В смысле? Так. Блин, Крит, не тушись, пожалуйста. Хорош. Так, хорошо. А, можно от нее уворачиваться. Вы, получается... подкатываетесь, вот, и уворачивайся. Можно от нее увернуться, от этой светлой хуйни. Ой, извините за мат. Фигни, фигни. Сорян за мат, народ. Случайно, короче. Так, ладно, давайте. Все, я понял, как это от этой фигни уворачиваться. Просто чисто назад откатывать. Либо можно просто, наверное, пригнуться, да? Но нужно успеть просто. Нужно угадать момент именно, когда эта фигня, короче, появится. Так, давайте. 2-1. Хорошо. Бессмертный Урсус. Я тебя понял. Так. Хорошо. Отлично. Хорош. Хорош. Давайте пока нормально идем. Так, подкат. А, он еще... У него еще по земле, да? Она еще... Она может откуда за этот... Так, отлично. Хорошо. Ай. Ай, блин. Ну, чуть-чуть не хватило, а. Получается, оно заранее там отображается, где вот эта вот фигня, короче, светящаяся. Сейчас это, ну, будет, короче, появляться, да? И я должен успеть от нее уворачиваться. Блин. Я думал, что я сейчас стану теневухой, короче, начну его бить и убью. Но он все-таки, блин, ладно. Так, бессмертный Урсус. Так.
Так. Не, ну это жесть. Так. Надо что-то с этим делать. Надо что-то с этим делать. Так. Хорош. Блин, я ж не задний хотел, а. Я ж не задний. Ну ладно, пускай так. Ну давайте сейчас тяжелым его добьем. Нет? Ладно, сейчас броском тебя добьем, ладно. Раз критом не добили. Но что я вам хочу сказать. Видите, два раунда слил я все-таки ему. То есть вот эти вот светящиеся фигни, они по-разному постоянно везде, ну в разных местах получается появляются. Вот, и ты не успеваешь как бы угадать, как увернуться. То есть я понял, да, от них можно уворачиваться. И получается они по-разному, три типа здесь появления этих светящихся фигни, короче. На земле, да, ты можешь просто с помощью прыжка просто от этой фигни увернуться, да. То есть, чтобы она тебя не задамажила. Потом по горизонтали, короче, вот так вот они, вот, ну я вот вам стрелочка показываю, вот так вот. Видите? Но они здесь можно между ними, получается, вставать, да, вот здесь посредине, если они здесь. И вы, они по вам не попадают. Либо по горизонтали, вот так вот. Вот так вот они появляются. Вот вы можете, я вам показывал, с помощью отката можете от этой фигни увернуться. Короче, вы поняли, да? То есть три типа здесь отображения, ну, появления вот этих вот. Не знаю, как на это назвать, короче. Так, я не верю своим глазам. Вы одолели легендарных героев, а ведь сильнее них легион не знал никого. У нас есть надежда, у нас есть будущее. Впрочем, северяне так просто не отпустятся. Слишком уж лакомый кусок им посулил Рейнхард. Его самого только распалит поражение. Я хорошо его знаю, говорит нам Иоланда. Ну так и мы не лыком шиты. Ваше Величество, хоть в легионе не все гладко, но этим варварам я его не отдам. Будь им хоть 100 тысяч лет, королева Иоланда. Тогда мои люди в надежных руках. Я рассчитываю на вас. Вы храбрые воины, и ваша отвага останется в истории легиона. Забираем уникальный стандарт. Ну что я хочу сказать по поводу ивента. Сложный народ, сложный ивент. Наверное, как по мне, даже сложнее, чем большая семья. Вот как по мне, реально. Вот этот ивент сложнее ивента большой семьи. Так что имейте в виду. И последнего босса не каждый сможет пройти. Особенно новички. Потому что это жесть просто. Это жесть. Последний босс здесь жесткий. Реально, этот милитарист, да, с его способностью им от которой редко когда увернешься, хочу сказать, редко. Но все же победить его можно. Желательно против него брать, кстати, то оружие, которым вы реально хорошо играете. Потому что если вы возьмете какое-то другое оружие, да, там, допустим, то, которым вы не очень хорошо играете и с которым вы не сильно уверены, да, не совсем уверены, что вы сможете затащить. Ну, не вариант просто брать против босса. Вот, берите именно то оружие, которым вы реально хорошо играете против него. Также есть там перед ним противнички, перед этим боссом-милитаристом, тоже жестковатые, я хочу сказать, противники. Вот. Даже тот же предпоследний противник, да, который находится, мало того, что он в теневой форме постоянно находится, плюс у него способность еще одна, вот эта непрерывность, да, короче, он просто танкует вперед. Не помню, как его имя там, как. Ну, увидели сами. Смотрите, весь 286 очков я уже набил. 15 эпических я забираю ключей. И сейчас мы откроем с вами эпический сундучел. Так что, народ, ивент, конечно же, не из легких, хочу вам сказать. Кстати, первые 4 противника, ладно, они еще так, более-менее... Их можно, ну, на изи пройти, скажем так, да? Но после четвертого противничка начинается жесть. Там начинаются противники со способностями какими-то, да? Плюс у них какие-то условия... Не, условий боя же нету, да? Только... Это у самих только противников эти способности, да? То есть условий боя там никаких нет. Ну, может, это и можно назвать условиями боя, да? То, что там, ну, как бы... Ну, короче, фиг знает. Ну, вы поняли, короче, после четвертого противника, а именно после сэра Рейнхарда, начинается самая жесть. Вот, так что это вы тоже должны иметь в виду. Ну что ж, народ, ну что ж, ивент реально классный. Даже учитывая то, что я там где-то сливал какие-то раунды, да, тому же боссу я слил там 2 раунда, я, вот даже я скажу вам честно, я ни капельки не расстроился, вот реально. Вот что такое классный ивент. Ты проигрываешь и не расстраиваешься из-за этого, потому что ты просто получаешь от процесса прохождения твоего ивента, да, то, что ты видишь, тебе нравится. Вот что я называю классный ивент. Даже если бы я слил попытку, реально, я ни капельки бы за этого не расстроился. Я бы с удовольствием еще бы пошел играть. Реально проходить этого босса, как бы. Ну, блин, не знаю, короче, классный ивент, классный. Кстати, напишите в комментах вообще, что вы вообще думаете по поводу этого ивента. Мне просто реально интересно, что вы вообще думаете. А легионерам, я думаю, вообще повезло с этим ивентом. Они как раз добудят этот скин, да. Милитариста полный соберут. Вообще будет классно, кто за легион фракцию играет. Ну, в принципе, я тоже не против этот полный сет собрать. Милитариста, да. Плюс скинчик есть для этого сета. Но я же, как я уже говорил, я не буду добывать этот скин. Ну, как бы, он мне не нужен. Я лучше подожду какой-то
новый ивент завестников, да, ну, либо тот же ивент с судьями, и лучше буду копить до того момента рубины, и я лучше буду там участвовать на престижках, чтобы добыть скин судьи новый, да, вот этот. Ладно, народ, блин, об этом ивенте еще можно много говорить, но все-таки видос уже пора завершать, потому что он и так уже длится, так сказать, немалое время. Все, всем огромнейшее спасибо за просмотр, ставим лайки, пишите комменты, что вы вообще думаете по поводу этого ивента, подписывайтесь обязательно на канал, те, кто не подписаны. Всем еще раз спасибо за просмотр, с вами был Барсук, до следующих видосов, а точнее до следующего видоса престижки, когда я буду записывать, либо завтра я выложу престижку, либо послезавтра, посмотрим. Все, и всем пока!